Так, проходим. Нет. Пройти не получится, только пролезть. Ну, я, кстати, переключился на бег, потому что я все-таки уверен в том, что сюда он навряд ли явится. Моментик. Здесь открыть ничего не получится. А вот благодаря ионному резаку теперь мы можем попасть и в эту комнату. Отчетов с Настрома в Солнечную систему перед погружением в Анабиос. Похоже, ближайший к нам ретранслятор находится на станции Севастополь. В общем, ждите, выйдем на связь, как только доберемся до Солнечной системы. Конец связи. Ждите ответа. Так, тут тоже все. СШГ можно сделать. Так. Ну и тут везде. Все забито. После эвакуации, ну, кажется, можем покидать это место. Побежали. Отлично. Еще топливо. Вот он, лифт. Куда мы на нем едем? Мы едем на буксировочную платформу. Повторяю, Рикки, вы меня слышите? Верлен, слышите? Вы достаточно близко для радиоконтакта. Слава богу, Рикки, я вас слышу. Вы должны включить гидравлический привод и устроить наведение. Так поняли? Собственно, требуется запустить процедуру стыковки. Давайте по-быстрому используем УРД. Здесь у нас все окей. Давай, проберись. Отлично. Интересно, он все-таки сюда идет. Что надо сделать? Восстановить, насколько я понял. Да, подачу энергии. Так, провода у нас уходят сюда вниз. А я готов повстречаться. Но пока что там все чисто. Все-таки где-то здесь ходит. Теперь дайте команду разжечь стыковочные зажимы. Включить зажим. Тварь.
Я знаю, что ты готов на меня накинуться. Здесь есть. Оборудование для выхода персонала в открытый космос снято в процессе демонтажа. Обратитесь к инженеру компании Six. Ладно. Нам бояться не стоит. Оборудование для выхода персонала в открытый космос снято в процессе демонтажа. Обратитесь к инженеру компании Six. Топливо. Очень хорошо. Верлен, троса нет. Его давно уже убрали. Что? Погодите. Я попробую использовать платформу техобслуживания. Надо только найти скафандр. Я доберусь. Осторожно, Рипли. Есть. Есть. Теперь обратно. Вы что, офигевшие? А ну-ка, отвали. Поджигаем. Тихо. Я знаю, что тут очень жарко. Чпок. Как весело было, да? Сейчас заберем.
Надо искать. У меня не очень много запаса топлива. Бежит, бежит, тварь. Отлично. А вот это было не очень приятно. Так, еще тварь бежит. Офигеть! Почти достало меня. Я чуть в штаны не наложил. Так, он чего? Меня пощадил, что ли? Я офигею с них. Так, все яички у нас раскрыты. Да, похоже, что все. Понял, где меня поджаривает. Давай, аптечку. Так. Берем патрончики. И нужно в обязательном порядке топливо для огнемета, которого почему-то здесь и нет. Да, почему-то его нет. И что ж мы будем делать? Ладно, печально, конечно, что так приходится дальше идти. Но надо было экономить. Это означает только это. Так, батарейку мы с вами... Ну, слава богу. Так, фаер. Что еще? Кроме фаеров. Так, пошли. Только бы добраться.
тихо. Держись, девочка. Это у нас что такое? А мне показалось, что что-то мигало. Так. Красные огни. Да-да, я понял. Тут лучше надолго не оставаться. Кошмар! Кошмар какой? Кошмар! Так, дальше. А, здесь не пройти, тут тоже не пройти. Быстрей. О, yes. Топлива тут нет. Даже можно что-то создать. Ладно, штаны сухие. Это самое главное. Так, только теперь давай как-то порезче, что ли. Дробовик. Так, что это такое? А там что-то есть. И не только там. Блин, что делать-то будем? Топлива совсем нет. Я даже не знаю, может быть, в таком случае попробовать использовать дробовик. Ага. А здесь как раз-таки и закрыто все. Так, но меня это очень смущает. Сейчас тогда чего-нибудь возьму. Фаерболтер, дробовик давайте. Полезли. Так, идите сюда. Где вы, маленькие твари? Спуститься получится. Я сейчас...
Сейчас. Ну сейчас вообще жара пошла. Как вы тоже смогли заметить. Но мне почему-то кажется, что время все-таки у нас ограничено, поэтому задерживаться с вами не будем. Да, все чисто. Пройти. Наверное, то же самое и здесь сделать. Да. Задаюсь вопросом, зачем все так сложно. Но ответ, он крайне прост. Это защита от дурака. Thank you.
Верлен, я иду к вам на мостик. А переодеться не надо? Пока что негде. Так. А ну-ка. Дорогие друзья, на этом заканчивается прохождение игры Alien Isolation. На канале RusGame Tactics для вас проходил эту игру и комментировал Александр Плав. Всем вам большое спасибо за просмотр моего прохождения, а также за вашу поддержку. И я желаю всем всего самого наилучшего. Играйте в игры и всем пока.